только наблюдаю. Вот предлагает господин какой-то даме георгин и дама тает. Ну вот начало вроде есть, пора бы где-нибудь присесть, взять чашку кофе и придумать продолжение. Тот господин готов был съесть свой георгин, и вот конец его мучения. И так легко в чужих делах решать, кому с кем быть, кому кого прогнать. А вот в своих запутался опять. Своих запутался опять.